Всем здравствуйте, меня зовут Маша Лисовая, мне 28 лет. Это достижение, мне 28, да. Я смогла. В общем, я родилась в городе Екатеринбурге, в данный момент проживаю в городе на Неве, в Санкт-Петербурге. Пол жизни я проработала в модельной сфере. Как известно, это тяжкий труд. Нужно быть постоянно на пике своей формы, как эмоциональной, так и физической. Но я всегда все делаю от сердца и получаю максимум удовольствия. Наверное, именно поэтому я выиграла в шоу «Топ-модель по-русски». Много чего сделала для модельной сферы. Я была директором модельной школы, стилистом на съемках, ездила по России с мастер-классами, была преподавателем в детской школе, также снималась в куче разных роликов рекламы на телевидении, мои баннеры висели по городу с моим изображением, я снималась в музыкальных клипах у всеразличных известных исполнителей. В общем, моя жизнь была невероятно насыщенная, разнообразная. В ней было столько всего, о чем другие мечтать не могли. Ну, собственно, я думаю, вы видите это сейчас на экране. Но все это продолжалось до определенного момента, пока со мной не произошла очень грустная история. Я поправилась на 17 килограмм. Соответственно, я не могла влезть в свою одежду, одежду, которую предоставляли на съемках. Я молчу про то, что происходило с моим внутренним миром. Я была абсолютно разбита, я всю жизнь была худой и зарабатывала своим телом. И получается, что в один момент, лишившись своего тела, я лишилась всего абсолютно. Это был действительно очень сложный период для меня. Я честно, я даже сейчас рассказываю вам это, снова как будто бы это переживаю. Но я старалась найти какой-то способ как-то бороться с этим недугом. Но поскольку я публичная личность, я не могла в этом сознаться людям. Я не могла заявить, да, я поправилась. Я просто стала исчезать с экранов, исчезать с баннеров и постепенно угасать. И фактически ревела дома одна. Это действительно было, но, слава богу, сейчас это все позади. Потому что в течение полутора лет я искала способ, как вернуть свое тело, как вернуть свою уверенность, свое вот это внутреннее ощущение, этот огонь, с которым я жила. И я пробовала правильное питание со спортом, спорт без правильного питания, обертывание, скрабы, там, массажи, все что угодно. И ничего не приносило результата. И однажды моя подруга предложила мне пройти чистку организма скаловодой. Я, если честно, отнеслась к этому как к очередному способу как-то вернуть свое тело. И так, ну, не скептически, но подумала, окей, пусть и это будет тоже в моей копилке. Каково было мое удивление, когда я начала сдуваться. Собственно, мне посоветовали Милу, я совсем забыла про тебя сказать, Мил. Ныне это мой наставник, мой друг, просто потрясающая женщина. Мил, я люблю тебя, спасибо, что ты меня вернула. Мила взяла с меня обещание, что я буду выполнять все инструкции, которые она мне скажет на этапе подготовки, во время чистки и выхода. Я полностью отдалась этому процессу, вошла в него и, честно, удивилась. Я уже на этапе подготовки начала сдуваться, не поверила тому, что это действительно работает, как так. И по окончанию программы я сдулась ровно в два раза. То есть за полтора года усердного труда, поисков, просто за три недели я такая, и все как бы, и вот он результат, и я стыдно, да такого не может быть. Безусловно, я продолжаю дальше над собой трудиться, я уже прошла целых три чистки, и
когда вот этот способ я для себя открыла, я решила рассказать своим подписчикам, своей аудитории про эту чудо-программу. И поняла, что очень много людей, которые есть лишним весом, с низким уровнем здоровья, которые просто не хотят быть здоровыми и красивыми, но они не знают, как это сделать. И тогда пришла идея создать лесовую тим, собственно, банду, семью по интересам. Тот проект, где я помогаю людям быть здоровыми и красивыми благодаря продуктам Coral Club, собственно. Спасибо. Когда создавался вот этот проект «Лесовая тим», когда я поняла, что много людей, кому хочется помогать, вообще по жизни так получается, что моя миссия – светить и спасать. Я всю жизнь помогаю друзьям, будь то поток, переезд, маму на вокзале встретить, там плохое настроение исправить. И вот благодаря «Лесовой тим» вот эта моя миссия, она действительно раскрылась вот прям максимально в каких-то невероятных масштабах. И в моей банде, вот тут я точно подглядываю, я столько стран не запомню. Сейчас мы очень активно развиваемся, растем, и очень много людей из России, Бельгии, Эстонии, США, Франции, Норвегии, Китая, Германии, Чехии, Новой Зеландии, представляете? Украины, Бразилии, Люксембурга и, конечно же, Беларуси. Наш проект растет, развивается, и мне очень приятно быть сейчас здесь, на этом форуме, хоть я вообще не шарю в сетевом маркетинге, в сетевом бизнесе, я вообще ничего не знаю про это. Мне просто нравится помогать людям, мне нравится читать эти отзывы, их благодарность, я действительно прям реву каждый раз, когда люди пишут о том, что они влезли в джинсы, в которые несколько лет не влазили, там увидели цифру на весах, которую никогда не видели, и вот это их отдача, я понимаю, что я не зря живу, что все это происходит действительно со мной, и я хочу, чтобы в этом мире было больше здоровых людей. Так что ловите волну, будьте в здоровом теле.